Илья 2005, можно, кстати, расчекать Илью 2005. Мой main аккаунт это Илья 2005, если что. Main Steam. Какое же в Steam имбовое распознавание QR-кода? Я не успел на него навести, куда-то вообще в рандомную часть монитора навел, оно мне уже на аккаунт пустило. Показываю, чат. Вы готовы увидеть самый худший аккаунт, который у меня есть? Это main. Компот лучше, чем этот. Компот раньше был нормальный, пока его два раза на год не забанили. Я всего один раз посмотрел свой же видос. Без лайка, без комментария. И посмотрите, куда это меня привело. Я сижу тут уже 3 часа. Не повторяйте моих ошибок. Короче... Блять, сокровищница с загруженными экранами. Кто, блядь, это придумал? Ебанутые. В общем, вот это аккаунт Dota 2. То есть, ну вы поняли. 3200. И вот такой профиль с бустингом аккаунта на шторме. И ну и в целом все. Сколько рейта, а хер его знает. Уверенность в ранге 10%. Это пиздец. Это очень страшный аккаунт, вот. Он тоже 3 раза был в бане за буст на год. 3 раза минимум. Рейтинговая игра недоступна из-за бустинга, передачи аккаунта или других нарушений поиска игры. Блокировка закончится 31.07.24. Понимаете, вот я единственный, кто играет на этом аккаунте, меня за буст забанили, это пиздец. Сейчас какой месяц? 5-й. Через 2,5 месяца, через 3 можно будет играть. Одну катку в паблике? Ну, паблик я, кстати, смогу регнуть, по идее. Но я не буду этого делать. Нет, что нет? Так это бан. Вы ебанутые, это бан рейтинговых матчей из-за буста. Это не блокировка из-за поряды или что-нибудь подобное. Это бан рейтингового матча по причине буста. Я могу паблики играть. Это, кстати, интересная механика. Меня банят за буст в рейтинге, но я могу зайти, допустим, на 100 ММР в пабах и бегать 100-0 сколько захочу. Что думаете? Ага, так, ага, так. Ага, так. Да что, блядь, происходит? Что это? Охуеть, женщина? Пиздец, у меня тут в френд-листе людей. Это какой-то один из моих твинков или кто это? Что это за аккаунт вообще? Может, какой-то новый аккаунт найду? У меня много было раньше. О, этого знаю. 768? Я думал, у него топ-400 где-то. Матчи 15-867, это пиздец. А, понятно. Отмывать по ряду и готовить аккаунт к выходу из бана? Какой вот этот? Вы сумасшедшие? Насколько ощутима разница в рангах? Ну, смотря о чем ты. Сейчас до 1008 все мусорка ебаная. Сейчас из-за клика системы настолько размазалась игра в Dota 2, что до 1008 все прям фул мусорка ебучая. И просто чем больше рейтинг, тем сильнее тебя ебут за ошибки. И все. Покажешь Доту больше 8К, так я бездарь. У меня мейн 1200 ММР, вы ебануты? А, только в ЕУ играет? Тогда ладно. Какой максимальный ММР, не знаю. 14 тысяч, кстати, взял кто-то уже или еще нет? Есть аккаунт 8К, будешь делать? Я не хочу руинить челом, зачем мне это делать? Я и так на нем руиню, разрешаю там все уебища. Чат, хотите, я могу зайти одну игру заруинить на 8 тысяч и выйти? Одну. Да, да. Вы ебанутые? Я ужасно играю в Dota 2. Меня обоссут на миде, плюс выебут, плюс изнасилуют. Да? Ну похуй, давайте. Прекратите спамить, уроды моральные, прекратите спамить. Вон, можешь мне скинуть в личку или в дискорде.
Похуй, давай одну игру. Пати с Йондом не будет. Ну, я себя сейчас оцениваю, знаете, как бездарного 5К игрока примерно. Потому что вместо линии я стою лес. Из-за этого я абсолютно не умею добивать крипов и так далее. Потому что я всю жизнь на лоу-бтс сижу. Плачу 1000 рублей за медовую Марси на 8К через два сапога. Друг, у меня заказ героя на косаре ММР стоит 2. Ты что, ебанутый? Те самые 41 на 4К? Да какие 41? На меня сейчас все пиздеть будут, вы понимаете? Я сейчас проебу ролл за мид. Проебу ролл за мид. И на меня будут пиздеть все, потому что мне придется идти на саппорте, на котором я не играл. Будет забавно, если меня там кто-то узнает и начнет хуесосить. У меня было так один раз. Я зашел на 6К Аверагу, меня узнал чел, который играл на Свене. Меня узнал чел, который играл на Свене, и сказал, я тебе заруиню эту игру, потому что ты сделал гайд на Дельф, и у меня профиты упали в 2 раза. Это пиздец. Это было 2.5 года назад, 3. Мне... О, господи. Блять, я надеюсь, это та самая обезьяна. Блять. Увы, нет, не та. Бля, ник, конечно, очень кринжовый. Чат, это на одну игру? Я бы хотел сказать на первого луза, но это будет одна игра. В смысле, как я отыграю? Ну вы ебанутые, я сижу и играю на лесниках уже 2 года. На линию хожу раз в 10 лет, о чем вы? Я не умею лайниться абсолютно сейчас. Я раньше стоял нормально линию, а сейчас после леса я даже крипов еле добиваю. О чем вы? А почему, кстати, цифр нет на аккаунте? Что за хуйня? На 8000 сейчас нет цифр, что за бред ебаный? Че, чат, готовы к 0-100 центральному коридору? Поехали. Одну игру. Блять, я еще и драфчу. То есть меня в мусорку закинул. Кто эти люди? Я не знаю, кто эти люди. Я не знаю, кто эти люди. Я вижу только одного керри-игрока в пике. Что мне нужен? Мне нужен тройка и саппорт, да? Ваша очередь выбирать гиковый. Охуеть, мне дало нормально надрафтить. Мне даже не надо ни с кем роль делить. Я в инглиш-регионе, по ощущениям. Пуш и кунка, первые 2 пика, заебись. Скажи честно, ручки трясутся, от чего? Осталось 10 секунд. Я проебу, и все. Если бы у меня бы... Я бы волновался, если бы я сказал, бля, я всех сейчас разъебу. О, господи, блядь, что это за драфт? Блядь, и что мне пикать? Господи, что это за кал ебучий, а не драфт у врагов? Штормом я это не пробью... Паков Баланара я брать не хочу. Лина здесь не играется. Господи, блядь. Похуй, котла возьму. Блядь. Какая же мне пизда. Ну, я играю героем в очень плохой драфт. Там вражеский пик закрывает все, на чем я играю. И Тинкера сюда хуй возьмешь, и Шторма, и Пака, все дерьмо. Еще и я взял котла, который здесь плюс-минус играбельный. И высралась Темпларка, которая похуй на меня. Это просто пиздец. Это смерть. Я еще и не могу нормально стакать в этот драфт. Увы. Куда, простите, враги стоят. Без меня справились. Отлично. Мне бустеров закинуло. Я нихуя не сделал полезного. Пошел вард ставить вместо ФБ. Ну, мы не можем тут ничего сделать, как будто. Что-то так впадлу на руне от пуджа дохнуть, вы бы знали. Блять, что это? А, у меня не темпларка медовая, а темпларка керри. Тогда ладно. А почему у меня пудж в миде, блять? Блять, что с ним? Ну, ластхитит он примерно так же, как я. Очень, блядь, плохо. Очень плохо он ластхитит. У меня стакать вот в кунку, в темпларку. Они просто придут, мои стаки заберут и все. Ну, это, кстати, хорошо, что я в темпларку не стою. Очень хорошо. Но фармить он мне дает...
Фармить он мне дает много. Больше, чем я ожидал. Он на кунке мне, кстати, биг стакает. Неприятно, но мне в целом похуй. Важный, кстати, вопрос, это смурфпул или нет? Потому что он как-то очень плохо стоит линию. Как вы думаете, он отсталый на кунке или нет? Восемь тысяч, блять, у человека ММР, а что за хуйня? Бля, я не верю. Ай, бля. Руна еще на мне. Бля, это смурфпул? Вы мне дали смурфпул аккаунт или что это за хуйня? Я не верю, что у этого человека 8000. Он просто мне настакал биг и все. Все, что он сделал за лайнинг, это настакал мне биг. И все, у меня сейчас весел будет на 7-й минуте. Блять, я что-то думал, там будет игрок в доту. Чего, ладно, похуй, я отсталый. Ну это хуйня, у меня на миде крипы пушатся, тут нет никого. Что мне на залупу какую-то байти? Ну я фармлю, у меня фулл фри фарм. Чел на кунке просто ебанат. То, что он сделал на лайне, это просто пиздец. Че, мне тут не настакал еще случайно? Не настакал. Нормальный герой снился. Ну я рано начал очень. Я что-то думал, он уже рядом, я не посмотрел. Тут пуш надо осторожно быть, он ТП дал. Я стою, нихуя не делаю очень долго. Ну, я не знаю. У нас вроде все заебись, я им не сильно нужен, я могу выфармить свои травала. Мне нужно весел заряжать, но я не вижу киллов пока особо. Я один раз ТП въебал, мне новое супер впадло покупать. Мне близко очень впадло под Арканруну подходить. Кунка тоже никуда не ходит. Я фармлю больше, чем он. Ну то есть... Какой смысл мне съебывать? Меня просто тавер разъебут, если я пойду другие линии бегать. По ощущениям. Бля, он не доезжает реально. Нихуя. У меня сейчас травала будут, я смогу нормально в драке подключаться. Там, правда, темпларков рефармит. Нормально, они убили. Там пуш еще. Дагон ультра впадло в этом пике покупать. У меня 0 заряда фурны. Бля, ну это пиздец. Я в ебаный сайлент зашел. Ладно, хуйня какая-то получилась. Но тут я хуёво сыграл. Он сейчас сдохнет еще. Ебать. Ну, мне похуй. Ну, в этом я виноват. Ну, то есть я плохо сыграл. Я про это и говорю, видите, я отсталый. Тут же нечего на карте делать. Ну, то есть плеймейкеры на данный момент это саппорты. Я к сапам готов подключаться на травалах. Колить я ебал здесь. Я бездарь. Пусть сами разбираются. Хочу поучаствовать в игре в Dota 2, очень хочется. Бля, ну подкури меня, сука, ну подкури! Пуш 2 стака, дотер 2. Ну у меня ТП КД, я туда не могу пролететь, увы. Я думал, что оно мне понадобится, когда ТП в мид нажимал, но потом забил хуй. Скорее всего, ошибка была. Ну, вражеский керри 0-2, у меня 0-1-4, похуй. Стою мид пуш. Пуджа, скорее всего, когда ТП. Они топ ломают, нам из минусов. Соло? Бля. Ну, я, мне нет смысла туда лететь, мы просто не хотим дефать, я не знаю, Магнус фармит. Я не знаю, зачем этот тавер отдали, мы сильнее гораздо сейчас. Чё мне, я просто в Октарин тогда иду на похуй сразу. У меня слишком, у меня очень много нетворса. Нам нужно в боте играть. Возможно, в меня сейчас выйдут. Надо съебаться отсюда по-хорошему. Вот этого крипа даже падлу немного ластхитить, ладно.
Увы. Ну, зря я за него умер, это моя ошибка тоже. Нервничает. Ну, потому что я хуёво умер. Я сам виноват. Я хотел очень сильно засейвить этого придурка, но... Ну, я его засейвил, только я сдох за него. Драка за банку пива, да, это правда. Ебать, идиотусы. Нет маны, я не могу драться, ребят, я писал, не может залить маны. Сори, я не заметил. Нормально подрались в итоге. А разве я... Ну, я разве был вообще в драке, когда он просил ману? Я разве был в драке, когда он просил ману? Просто, ребят, просто, ну, котел, ты ходишь со мной, и мы ебем всю карту. Окей, сейчас я после тавра подключусь. Как, бля, я на хуйню забайтился. Забайтился на хуйню. Ебем мощно карту. Бля, мне нужен был не Октарин, мне здесь Юл нужен был, или БКБ. Ладно, уже поздно. Мне нужно БКБ здесь, или Октарин. Ой, или Юл. Игра какая-то супер унылая, но я не знаю, вам весело вот сейчас? Мне вообще не нравится игра. Я просто стою, АФК фармлю, да, у меня 150 крипов, да, у меня жирный керри, у которого пол манты и радик на 19-е. Ну и хуй знает, ну и нахуя. Ну что, мы сейчас сдохнем здесь, это полная хуйня. Они вот тут вот стоят. Не? Ладно. Свет в рожу, увы. Так, теперь важный вопрос. Юл или БКБ? Ну, Юл доджит кунку. Йол дуржит кунку очень сильно. Виндвокер мне нравится, но если Баланар соберет себе этот... Надо залить ману, если мы будем драться, у меня нет маны. Красава. Я бы вообще пошел бы на шар, забрал бы. Ну похуй, похуй на шар. Я не знаю, нам хватит вдвоем, нет? Убирай, пожалуйста, ребята, не спать, не спать, не спать, не спать. Забрать, если надо, в котле. Надо съебаться отсюда. Ах, я отпиздил, у нас РП, у нас сейчас будет слип. Но мне нужен сейф какой-то, стоит 100. Бля, я БКБ просто на похуй куплю. Ебать. Нам очень долго будем бить, я не уверен, что мы его отсюда. О, пизда. Ну, меня продали. Увы. Ну, БКБ норм здесь. БКБ норм. БКБ... Я хуй знает, Аганим или Хекс. Сейчас придумаю что-то. Дагон мне точно нахуй не нужен. Прикольно вот эти вот два типа, я не знаю. Я думаю, гоним хуйня, хекс лучше. Ну, Дагон супер впадлу. Шард. Бля, у меня позиция очень хуевая.
Ладно, похуй, надо Рошана забрать. Но они как-то очень хуёво встали на врагах. Очень хуёво. Я не знаю, я не верю, что вот сейчас так на 8000 играют. Это просто пиздец, я в какой-то жопе нахожусь. На родине сейчас можем еще одного героя. Ну да, вот меня за ошибки ебут, да. Лучше, чем на тех же 4000 и так далее. Но... Я не знаю, то, как стоял мид Кунка, это просто пиздец. Пиздец. Нормально. Может упал. Блять, спросил подписчик раз. Ради гонки сделал линку, да? КБ, а линку нахуй. Помните, брать, ребят? Не надо вам там драться. Ну, у меня герой интересный, БТ-2. У меня очень честный герой для игры в БТ-2. Очень честный. БКБ, кстати, купил, ни разу не нажал. Хуй пойми, зачем купил. Ебать, тут реально... Вот, вот это вот различие. На лоу ПТСе челы пошли бы рэндж ломать. А тут они сломали мили и отошли ломать вторую сторону. Ладно, тут ГГ. Не дефают уже, что ли? Чуем мы дома, но это была нормальная игра, но мне повезло. Ну, мои тиммейты были очевидно сильнее врагов. Блять, я не побежал интересным способом. Тут я тоже сам виноват, что я сдох. Но они его не убьют никак, я думаю. Че, нам ту не убьют? Нормально. У них там база падает пока. А где урон темпларки? Так у него нет денег. Если бы я побежал прямо, я бы выжил. Я побежал направо, потому что я думал, что он будет чезить на гуле за баланаром. Я хотел вот тут на него второй нажать, чтобы он отлетел на гулю, и он его убил. Но он бакнул. Жмут кнопки, так это 8000. Конечно, не жмут кнопки хоть какие-то. А, кстати, да, нейтралка у меня смешная. Бля, вот это классная нейтралочка. Хуй знает, что лучше, пока я то возьму. Бля, мне фикс надо докачать. Блять, а где? То делаем в пятером, ребят. Надо фикса подождать на котле. Понял, похуй. Слипни меня. Ёбаный в рот.
Бля, ну ёбаный в рот. Нахуй, ладно. Ладно, фантомпларки пизда. Фу. Силы света укрепили свои сооружения. Победили силы тьмы. Если ты драфтил, ну я драфтил, да. Ну я просто по ролям надрафтил. Челом. Я вообще не ебу, кого я драфтил, я все эти ники второй в жизни видел. Но у меня, кстати, пониже аверагу закинуло, чем у меня. Тут у челов ни у кого цифр нет. У меня тоже нет, но я не ебу, почему, кстати, тут нет цифр. А плюс сколько мне дало? Плюс 30 вроде, да? Ну, я не знаю, на кунке, может, Акбайер, я хуй знает. Это просто пиздец. То, что я увидел, это ёбнешься. То, как чел на кунке стоял мид, это просто пиздец. Ну, у нас драфт очень сильный. У нас все герои сломанные. У нас гуля гига сильный, котел сломанный, хуйня. Это пиздец. Сколько игр у кунки? Да хуя. Нет, не смурфпул. Это 1008 игр где-то. Но, блядь, настакать биг против котла и отдать котлу все стаки, это пиздец, я просто не верю в это. Он просто сидел торрентом, стакал биг весь лайнинг. И когда я пошел его задувать, он даже не подошел их контестить. Я просто безнаказанно за 3 задувки весь биг забрал. Очень странный игрок в доту, очень странный.